В городском округе Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели имущественные вопросы, а также ознакомились с деятельностью различных структур администрации муниципалитета. С подробностями Луиза Егиазарян. На очередной встрече присутствует 27 депутатов. Заседание считается правомочным. В повестке 11 вопросов. Среди них отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за прошлый год и назначение публичных слушаний по проекту изменений в устав городского округа Люберцы. Закрепляется возможность проведения заседаний Совета депутатов в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи. Расширяется перечень оснований, связанных с досрочным прекращением полномочий депутата. В случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Совета депутатов в течение 6 месяцев подряд. Предлагается публичные слушания провести 16 мая 2023 года в 15:00 в режиме трансляции на официальном сайте администрации города Люберцы в сети интернет. Народным избранникам рассказали об организации мероприятий в рамках 400-летия Люберец. Основные дни празднования состоятся 1 и 2 сентября. Но уже сейчас в округе проходит масштабная подготовка к юбилею. Создан оргкомитет и запущен специальный информационный портал. Любой юбилей города – это связано в том числе и с развитием. С развитием социальной сферы, социальных объектов. Поэтому в этом году мы планируется сдача 2 объектов – это поликлиника, это на 600 посещений смену микрорайона Зенина и детская поликлиника на улице 3 Почтовая на 100 посещений. До 1 сентября сдается новая школа на улице Урицкого на 825 мест и детские сады в поселке Томилино на улице 3 Почтовая, микрорайон Зенина, улица Весенний. Депутаты рассмотрели ряд имущественных вопросов. В частности, утвердили положение о передаче объекта, который находится в собственности округа, в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.